Откровенно говоря, если действительно арест состоялся, то этот арест меня не очень радует, потому что каким бы рахат ни был, и какой бы мрачный шлейф за ним не тянулся, в последние годы Рахат Алиев борется с авторитарным режимом и написал книгу «Крестный тесть», разоблачал многих лже-оппозиционеров, неоднократно сорвал маску с лица Назарбаева и с авторитарного режима. Поэтому, как бы мы ни относились к тому, каким он был в пору, когда работал в КНБ, и позже, когда он работал в финансовой полиции, мы должны признать, что он объективные результаты его деятельности, он так или иначе льет воду на мельницу оппозиции. Я прекрасно понимаю, что вопрос о судьбе Рахата Алиева – это частный вопрос. Для нас, для всех, кто озабочен судьбой страны, кто думает о будущем страны, главным вопросом является вопрос об авторитарном режиме. Наша задача – демонтировать эту систему. И поэтому все остальные вопросы, так или иначе, мы должны соотносить вот с основной нашей задачей. Поэтому, если действительно Рахата Алиева арестовали, то, как я уже сказал, это не в нашу пользу. Я понимаю, что вопрос это очень сложный, скользкий. Я считаю, что разборки должны быть потом, когда мы достигнем своей цели, когда авторитарная система будет демонтирована, тогда можно вернуться к тому, что в свое время, будучи во власти, сделал, допустим, Хакунов, что сделал Рахат Алиев, и объективно, без тенденциозности разобраться, кто что сделал и кто кем в действительности был. Сейчас нету смысла разбираться.